Скромность Камиля Бердибаева и Берекета Саганбаева заметна даже после проявленного героизма. Два молодых сотрудника управления специализированной службы охраны минувшим днем стали свидетелями пожара по улице Нариманова. Как вспоминают сержанты, с такими несчастными случаями они прежде не сталкивались, но беспокойство за жизнь и здоровье других людей сподвигло их вызволить жертв пожара прямо из горящего дома. Мы с напарником, как обычно, шли на дежурство и заметили подозрительный густой дым во дворах. Тут же бросились туда. Оказалось, что горел дом, и мы незамедлительно стали уводить оттуда людей. И сразу же вызвали пожарных и скорую помощь. Думаю, что не только мы, но и любой другой на нашем месте бросился бы на помощь пострадавшим. Напарники вспоминают, что в течение получаса была проведена эвакуация людей с места пожара и соседних домов. Огонь был ликвидирован пожарной службой, а пострадавшими занялись медики скорой помощи. Себя Камиль и Берекет героями не считают, но такие случаи, как они говорят, должны служить примером для всех юношей, кто хочет нести доблестную службу своей родине. Тамерис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».